Утро, Карачаево-Черкесия, приветствует вас. По народной традиции 10 апреля считали днем мати-мачехи. Это один из первых весенних цветов. Желтый цвет лепестков символизирует согревающее весеннее солнце. День сегодня будет ясный, но о погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. У всех мусульман мира сегодня большой праздник Ураза-Байрам, день окончания поста в священный месяц Рамазан, или же, как принято называть, Ид-Аль-Фитр, то есть праздник разговения. В эти минуты мусульмане собрались в мечетях для особой праздничной молитвы. Имамы произнес хутбу, верующие обращаются ко Всевышнему с благодарностью за месяц богоугодных дел. После коллективного намаза они обмениваются поздравлениями и подарками, а также делятся праздничным обедом с семьей и друзьями. Уважаемые друзья, поздравляю всех вас с завершением месяца, священного месяца Рамазан. Всевышний Аллаху Таала дал этот месяц как благодеяние, и поэтому месяц этот завершился. Дай Аллах, чтобы все наши благие деяния, все наши посты приняли Всевышний. Все те дуа, которые мы делали каждый день, прося о том, чтобы был мир и спокойствие на земле, чтобы оно было принято Всевышним. Мы созданы для того, чтобы творить добро, делать добро, относиться к людям именно с уважением и с любовью. Вот этого не забывайте. И дай Аллах, чтобы на следующий Ураза-Байрам тоже пришли живыми и здоровыми. В течение двух дней в Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифа проходил конкурс по чтению священного Корана наизусть. Студенты исламского вуза состязались в трех номинациях: знания наизусть 30-й части священного писания мусульман. Члены жюри, преподаватели известного исламского университета в мире Аль-Асхар в Египте, оценивали не только познание аятов Корана, но и грамотное чтение и произношение с соблюдением правил. Ректор Карачаево-Черкесского исламского института Мухаммад Хаджибачаев подчеркнул важность проведения таких конкурсов. Они определяют, насколько серьезно студенты готовились и освоили образовательную программу института. Неделя детской книги торжественно завершилась в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. Дети узнали историю возникновения книжных именин. Уверенно отвечали на вопросы о названии любимых книг, литературных героях, писателях. Также ребята приняли участие в литературной викторине. На выставке школьники познакомились с новыми современными авторами и книжными сериями. На ней представлен большой выбор книг, детективы, приключения, фантастика, сказки. В течение всей недели звучали стихи о книге, библиотеке, пословицы, крылатые выражения и веселые песни. Юные друзья-читатели с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, конкурсах, мастер-классах, которые организовали работники библиотеки. В этом году неделя детской книги была посвящена году семьи. Пригласили наши читающие семьи из районов и из города Черкесска, ребята из 12-й школы, которые, в общем-то, не часто у нас бывают, потому что школа далеко расположена. Будет мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это у нас традиционно, мы один день посвящаем таким ребяткам, потому что у нас работает клуб «Маленькая семья» для таких деток, и они традиционно один день мы им посвящаем. По прошлому году больше 18 тысяч читателей у нас. Это, хочу сказать, что это один из лучших результатов по стране, потому что для нашей маленькой республики это очень хороший результат. И заглянем в календарь. Сегодня день зеленого чая. Утро можно начать с этого полезного напитка, и бодрости хватит на целый день. Хорошего дня, и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем в горах местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 3-8, в горах минус 2 плюс 3, а днем 16-21 выше нуля и местами до плюс 14. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 6-8, днем 18-20 градусов тепла.